Внедорожник въехал в остановку возле библиотеки имени Пушкина в Якутске. По словам очевидцев, автомобиль, за рулем которого была молодая девушка, выезжал со двора напротив. Посчитав, что проезжавшая в этот момент машина ее пропускает, она решила выехать на дорогу. В результате произошло столкновение. Судя по всему, девушка запаниковала и перепутала педали газа и тормоза, наехав на остановку. В результате ДТП никто не пострадал, стоявшие на остановке в этот момент люди успели среагировать. Участники аварии отказались от комментариев.